Всем доброе утро. У нас замело опять машины наши, блин. Сейчас будем чистить. Идем. Сегодня... Ты что сейчас сказала? Блин, сказала. Сегодня не масленица, но сегодня 14 февраля. День, как сегодня? День Святого Валентина. Всех с праздником. У нас сегодня хорошее настроение. Мы сегодня едем в школу, а потом еще... Потом расскажу, в общем, что... О, даже машина замерзла. Помчали очищать ее. В кайф, когда не хочется назад, только этот миг. Так, я уже отвела Милану, сижу в машине, и сейчас просто хочу с вами поделиться такой радостью. Я, конечно, не ожидала от мужа такой радости, что он мне вчера прям вечером, я даже полночи не спала, выбирала, что он мне разрешит, ну как разрешит, не то что разрешит, а подарит вот такой вот подарок. Я ожидала такой подарок, но не раньше 8 марта. Но так получается, что сегодня только 14 февраля, и он уже мне сказал, иди купи себе подарок. И подарок я себе выберу, конечно же, посудомоечную машину. Сейчас пока Милана в школе, окна закрою. Пока Милана в школе, я сейчас поеду, прикуплю себе посудомоечную машину. Я полночи выбирала. Конечно, бюджет у меня ограничен, но я брала от 20, ну, в пределах 20, ну, чуть больше, может. Может быть, даже и меньше. Я, конечно, надеюсь, что меньше. Там в М-видео какие-то скидки там офигенные, притом сегодня праздник. Я думаю, что я попаду на эти скидки. И еще у меня какой-то такой, ну это потом уже я скажу. В общем, поехали со мной. Я уже подхожу к видео. Здрасте. Я вот хотела вот такую машинку. У вас только на витрине? Еще посмотрю. Еще посмотреть ее хотела. Встречайте новую программу лояльности. Вот эту новую приедет. Такая есть под заказ. Придет в воскресенье. Доставку сделать сам. Доставка дорого? 390 рублей или 300 малыш. Можете сами забрать, как вам удобно. Сами. В воскресенье в следующее, да? В это уже, да? Да. А, ну, какая-нибудь еще есть скидка на нее или что? Ну, если только у вас есть баллы, например, бонус. А я не знаю, есть у меня. Как вот это вот убирается? А, она что-то все связано. Ну, это да, она как специально будет. Она же как-то должна в одну сторону, по идее, убираться. Куда-то. Вот, вот это вот, если открутить чуть-чуть, попробовать, сможет она убраться на всякий случай. А за нее дают бонусные рубли вообще? Конечно. Да? А их как можно использовать? 50% стоимости. Так, вот как-то должна убираться. Че, она не убирается? По идее, я смотрела, что вот это вот куда-то в бок съезжает, дополнительное место освобождается, но она не такая. Это 45 из 110. Ну да, я такое смотрела. А она же идет как полувстраиваемая. Не, она не встраиваемая. Не встраиваемая? Нет? А регулируется по высоте? Не знаете? А как вот ее, если она, например, заказываешь, и
А вдруг у нее что-нибудь не так, что а вам нету? Это, вы это, можете осмотреть. Осмотреть, да. Работать, я же не проверю, как она работает. А работа и был, значит, 2 недели проверка. 2 недели? Да. А сколько гарантии еще? Годовая гарантия, гарантия годовая есть. Как узнать, она регулируется по высоте, дойдет мне под эту, под столешницу? Ничего такого там не написано про нее. А еще какие мидеи есть? Ну, так если... Есть регулировка? Чуть. А, есть, все. Ну да, вот она. Так, а высота-то у нее сколько? Где почитать-то? 84,5 высота. Ну, нормально. Еще регулируется. Значит, все нормально. Так, а как заказать нам это все? Ну, сегодня заказываем, оплачивается, приходит в воскресенье. Так, а сколько этих баллов сейчас скажу? Баллов и программа какая у нее тут есть? Интенсивная, эко. Ой, блин, эко, она, блин, самая долгая, говорят. 90 и 30. А вот это вот что означает? Экстрасушка, что ли? Да, сушка, да. Значит, есть. А я что-то это не досмотрела вчера. Значит, есть. Ну, давайте я, что ли, закажу, что ли. А к ней надо что? Сколько у нее вообще шланг? Ну, стандартный идет. Она будет? Она, там же насос стоит, по идее, как в машинках стиральных. Куда хочешь, туда поставил. По идее, так, да? То есть шланг под линию нужен, да? Ну, со шлангами тогда, когда он приедет, ее забирать. Ну, тогда уж он сам решит. Я потому что не знаю про шланги ничего. Я тогда только ее закажу. Может взять еще соль. Ну, понятно. Это самое. Мне скажите, а что лучше, на сайте заказывать? Там еще какой-то плюс будет? Или у вас здесь в магазине? Ну, здесь только идет цена одна и та же. Все акции, они все те же самые. Нет ничего, да, скидки? А, если мне посмотреть на карте, можно, да? Что у меня есть там? Может, у меня есть какие-нибудь бонусы там? Где? Можно, да? Прям вот приехать ее забирать, и вот эти вот же баллы, ну, с нее можно, расход, да? А, ну тогда замечательно. Тогда давайте оформим. В общем, я выбрала машиночку посудомоечную. Так что теперь в воскресенье мне ее привезут. Сейчас я пойду кофейку возьму и поеду снова за Миланой. И уже в воскресенье мне привезут машинку мою. Ура! Потом уже сделаю обзор на нее. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Знаете, как я буду первый раз мыть посуду. Блин, я так рада, Я не могу прям удержаться. А еще хотела рассказать, но это попозже. Я взяла кофейку, иду на стоянку до машины. И в раздумьях я... Ну ничего, все равно я хочу машинку. Я ее хочу. Конечно, я могла бы себе купить любой другой подарок, но это будет самый лучший для меня подарок, потому что я устала мыть посуду за свою жизнь длинную. Так что, так вот. В общем, девочки, что я хотела вам сказать? Хотела сказать вам о том, что мне в директ какой-то, как он говорит, я доброжелатель ваш. Видно, что не женского пола мужчина, не знаю уж, мальчик, мужчина. Написал сообщение, что какая-то там, не знаю, как он назвал ее, забулдышка, заика, что ли, какая-то. Я не знаю, в общем, откуда она, что-то там как-то написано так странно. И типа, я ваш чуть ли не поклонник там, хотел вам сказать, что она вас пиарит на своем, вроде как у нее типа канал, ну канал какой-то там, в общем, пиарит меня там во все дыры, ну типа хейтер она, разговаривает обо мне, что-то там, видео какие-то мои озвучивает ему. И я в шоке в таком, блин, я не ожидала, что у меня такие хейтеры будут, которые будут меня пиарить на своем, ну, по-моему, канал, то ли Инстаграм, то ли написано «Заика». Ну, она там что-то про меня очень нехорошие слова говорит, что я такая-сякая там, чуть ли не
трэш такой снимаю. Типа трэш, что ли, он написал. Или что-то сумасшедший дом. Ну, не знаю я, что. Я в шоке. Блин, я люблю кофе с этих, с автоматов. Вот всякие там капучино, фигичино не люблю. Вот просто американо с автомата. Мне прям нравится и вкус, и все. Не знаю, почему. Хоть там это, наверное, самый дешевый кофе, который туда ложат. Цена ему, конечно, смешная. Но мне нравится. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем рада. За булдышки привет. Если она мои там видео все говорит... Она прям все видео мои просмотрела там. Каждое видео она знает. Про каждое видео. И она 4 часа, что ли, там меня пиарила. В общем, за булдышки привет. Может, она и сейчас меня посмотрит. Не, конечно, даже я таких не буду блокировать. Пускай заикаются там про меня, что-то говорят. Друзья, если про вас говорят, значит, вы живы. Вы живете, у вас полная жизнь. Когда о вас не говорят, а вспоминают, значит, вы сами знаете. Вот такой вот блок у меня коротенький получился. Сегодня, не знаю, буду ли снимать, нет. В кухне у нас продолжается ремонт. Но когда все сделаю, кстати, машинку, обзор, наверное, я точно сделаю. Обзор точно. Мало ли вы захотите тоже такое. Ну, может, конечно, подороже. Я не говорю, что я там миллионер, да, дорогие. Ну, смысл переплачивать, если ты можешь взять... Я сравнивала ее с Бошем, эту посудомоечную машинку. Вот почти в один в один, только Bosch стоит, по-моему, 23, а это вот подешевле намного, меньше 20. Так что всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас люблю. Пока-пока.